Можно. Я прошу, конечно, Виктор, да, ты, наверное, огромное количество жителей Ульяновска, да и Ульяновской области. Я думаю, что вряд ли кто-то найдет, кто скажет о нем плохое слово. И это, наверное, вот в моем понимании такой вот социальный такой ответственный облик предпринимателя. Он никогда не был жадным. Вот я его хорошо помню, еще когда работал мэром в Днепрограде, когда я сюда приезжал, и потом, когда стал губернатором, причем заработанные, честно, те финансовые средства он тратил не только на их счета, он помогал огромному количеству людей. Я помню, как при мне он учил, просто натаскивал совершенно молодых бизнесменов, которые превратились, вот я сейчас многих видел, бизнесменов уже таких достаточно крупных для Ульяновской области. Может быть, наверное, поэтому вот такие люди так рано уходят. Поэтому у них такое доброе сердце, невосприимчиво вот к таким стрессам. Я считаю, что это огромная утрата не только для родных, для близких, а вообще в целом для города, для региона. Не хочу каких пафосных слов сказать, но это настоящий человек. Это настоящий человек, и дай бог, чтобы многие с него брали пример.